У одного грузчика случился приступ радикулита прямо на работе. Приходит он к врачу, а доктор ему говорит: «О, это у вас межпозвоночная грыжа! Ой, а что это такое? Ну, это когда один диск выходит, поэтому вам сегодня работать нельзя. А завтра вы приходите к нам на рентген». «Куда-куда приходите?» «Ну, на рентген! Мы вас посмотрим с помощью такого телевизора». Приходит грузчик радостный домой и звонит начальнику: «Чихал я на вашу работу! Ой, а что случилось? Ухожу я от вас в шоу-бизнес. Мне доктор сказал, что у меня выходит один диск, и завтра будут показывать по телевизору». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.